не могу пройти мимо, хотя эта машина нам не подходит. Просто жалко такое наблюдать. 21 год, у нас G550. Утопленник. Не просто утопленник, такое в жизни не видели. 21 год. Внутри были мухи, они не смогли вылететь и умерли. Смотри, полная машина была воды. Жалко. Есть ключ. Ну, скорее всего. Все. Вся была в воде машина. Вся была утоплена полностью. Илом. Так вот, бывает, если не там припарковал. Легенда. Ну и ладно, о грустном. Интересно позаглянуть под мотором. На самом деле, где же у него? Не открывается. Ладно, ставим его в покое. Не знаю, вряд ли кто-то решится ее из наших купить. Но если интересно, обращайтесь.